дань мести. Под каким он флагом, мистер Морган? Под испанским, сэр. Будем его сегодня атаковать, сэр? Да, во имя моего брата, лежащего на дне океана. Да будет Господь милосерден к этим испанцам. Потому что я не буду. Они от нас примерно в 4 милях, сэр, идут на юг. Другими словами? Да, мистер Мейт, Маракаиба. Возьмите встречный курс, мистер Морган. И мы перережем им путь. Укрепите все, что не привязано. Рулевой, право руля. Наконец-то взялись за дело. Боюсь, пассажирам этого корабля предстоит неприятный вечерок. Никто не останется в живых, помяните мое слово. Я знаю, что сейчас у капитана на душе. Это военное судно идет навстречу с флотом капитана Толедо, Маракаиба, если я не ошибаюсь. Не было еще построено корабля, который мог бы устоять перед черным пиратом. Никогда. Выбросить брамстенги. Это военный корабль, Стиллер. Гляди, какие мачты. У него хороший, ровный траверс. Славно идет. Я встану за руль. Шкипер за рулем. Погоня. Дать бортовой залп, сэр? Нет, пока не встанет солнце, мистер Морган. Солнце? Мы идем на абордаж, сэр? Может быть. Есть, сэр. Подъем. Абордаж. Проверить кремний и порох. Может, вернем им немного лечебного порошка, сэр? Пока нет. Thank you.
всех убью! Так держать! Левый борт, огонь! У тебя будет шанс, спокойно. Спокойно. Спокойно вы оба. Как они это сделали? Ты, Щакул, никогда не видел, чтоб так везло. Вот это да, наверное, сам Бельзевул их защищает. По-моему, они хотят дать дёру, капитан. Ждем ваших приказаний, сэр. Мы не позволим им уйти, мистер Морган. Я знал, что капитан не пустит их в Маракаиба. Мы угодили в хорошую передрягу, Ван Стиллер. Если в меня угодят ядром, оставлю тебе в наследство мои земные сокровища. Какие именно? Скорее скажи, какие сокровища ты мне завещал? У меня два изумруда ценой в 400 пиастров каждый, зашитые в подкладку жилета. Этого, пожалуй, хватит на целых... Дай подумать. На целых 3 дня попойки в Тартуге. С ума сошел! Думаешь, на 4 дня? Идиот. Если позволишь, я тоже в долгу не останусь. Завещаю тебе дублоны, зашитые в подкладку. Все 3. Годится. На них я выпью 6 бутылок шерри за упокой твоей души. Так я и думал, что это тебя разбудит, пьянчушка. Жаль, что Стиллеру придется умереть раньше. Ты прикончишь его, хорошо? Спасибо вам, друзья. Теперь я совершенно спокоен и могу смотреть в лицо смерти без трепета. Приготовиться к абордажу. Мистер Морган, закрепите флаг на главной мачте. Карма? Почему он прибивает флаг? Чтобы никто не смог его снять, малыш. Это значит победа или смерть.
Держите абордажные крючи наготове. Огонь! Левый борт, огонь! Огонь! Не отступать! Огонь! Правый борт! Огонь! Огонь! Поднять главный парус. Посмотрите, ребята! Вот так. Вперед к славе! За мной! Бросить крючья. Thank you.
Вторая группа. Эй, вы! Черный пират может сражаться, но он не злодей. Сложить оружие. У меня нет желания видеть смерть героев. Если вы сдаетесь, повторяю, вам будет сохранена жизнь. Ну, кто первый? Вы победили, сэр. Мы в вашем распоряжении. Спрячьте мечи. Всякий, кто так храбро защищает свой флаг, заслуживает уважения. Вы милосердны, капитан. Спустите две шлюпки, мистер Морган. Дайте им воды и провизии на неделю. Сэр! От имени команды фрегата «Коруна» выражаю вам благодарность, капитан. Мы не забудем о вашем великодушии к побежденному врагу. Из какого вы порта отплыли? Мы отплыли от Веракрус 3 недели назад, сэр. Ясно. Куда направлялись? В Маракаибо. В таком случае губернатор ожидает вашего прибытия. Не знаю, сэр. Это мог бы сказать только капитан. Хорошо. Можете идти. Вы и ваши люди свободны. Должен вам сказать, сэр, что на борту есть еще люди. Вы взяли пленников? Нет, сэр. Это пассажиры. Благородная особа и ее служанки. Хорошо. Она поедет с нами на Тартугу. Если хочет свободы, и там заплатит выкуп столько, сколько мы скажем. Идите. Буду молиться, чтобы вы достигли берега без приключений. Спасибо еще раз. Вот, Мока, это тебе скоро поможет. Наклонись немного вперед. Молодец, Мока. Ты пережил свое первое ранение. Рад, что внес свою лепту, сэр. $10,000. Кто она такая? Кто вы, сэр? Черный пират, миледи. Будьте столь любезны, объясните, что тут случилось. Ну что, сэр? Мы взяли судно на абордаж. Испанцам не повезло. У вас есть настоящее имя? Я Эмилио, лорд Вентимиглии. Но это было в другой жизни. Что значит, им не повезло? У них оказался безжалостный враг. Я. Так что берегитесь, миледи. О, Господи! Вы не только воплощение зла, но и слишком высокого мнения о себе.
Возможно. Но внешность иногда бывает обманчива.